Здравствуйте! В эфире телеканала «Центр Красноярск», программа «5 на 5» и я, журналист Дмитрий Полушин. Сегодня у нас в гостях красноярский политик Анатолий Петрович Быков. Здравствуйте, Анатолий Петрович. Добрый день. Ну вот мы видим цифры 5 на 5, 25, дважды 2, 4, а выборы, как часто зазвучало этим летом, это фарс, вот такой эпиграф. А по-вашему, выборы – это что? Во что они превратились? Ну, во-первых, я хочу поприветствовать телекомпанию, в которой я уже больше 2 лет не был. Да, здесь очень много мы провели встреч таких серьезных с журналистом, именно Фельдманом. Сменились эпохи. Да, сменились эпохи, да, уже и Фельдман ушел. И то, что мы много говорили и тогда о выборах, и то, что прошло уже столько времени, мы снова возвращаемся к тому, что снова говорим о выборах. Ну, если в прошлом были выборы, то сегодня выборов нет. Я уверен, это не выборы. Вообще, как вы можете охарактеризовать сложившуюся политическую ситуацию в Красноярском крае? Она импотентная. Политическая ситуация, которая на сегодняшний день лишила, прежде всего, власть. Почему импотентна? Которая она слабая власть, негосударственная власть, да, случайные люди во власти, которые испугались конкуренции, которые лишили красноярцев и жителей Красноярского края выборного права, права выбирать и права быть избранным. Да, вот это я отмечаю с полной ответственностью, с полной уверенностью. Многие ваши сторонники задаются вопросом, что им делать 9 сентября. Если вас нет в бюллетенях, есть только кандидат в довыборы ЗАГС Собрания, но на выборах в Горсовете нет патриотов России. Как голосовать? И идти ли на выборы? На выборы нужно ходить. Я всегда об этом говорил, я никогда не призывал, чтобы на выборы не ходили. И я всегда, это единственное осталось у человека, у народа, право избирать. На сегодняшний день в Красноярске, наверное, эксперимент проводят, ввели графу против всех. На многие годы уже люди об этом говорили, и что, когда будет графа против всех. Ну, наверное, эксперимент решили провести. Я всех призываю и приглашаю. Именно наша партия будет под графой против всех. Да. Вот нас не допустили до выборов сегодня, и думаю, что мы будем этот путь обжаловать и в Верховном суде, и в Конституционном суде. Мы идем правовым полем. Мы не пытаемся делать так, чтобы нас в чем-то другом уличили. Они ждут этого. Но я думаю, что мы им не дадим повода для того, что, где они расставили для нас ловушки. И то, что на сегодняшний день я знаю и уверен, и хочу поблагодарить прежде всего своих избирателей, своих земляков, которые всегда нам оказывали доверие, верили в нас, и сейчас верят, и находятся с нами большинство людей. Я хотел бы им сказать огромное спасибо за это, и мы постараемся вас все равно не подвести. И будем мы двигаться именно в этом направлении. Но если большой объем избирателей, большое количество красноярцев придут и проголосуют против всех. Если их будет 25%, то ведь выборы признают недействительными? Совершенно верно. Выборы признают недействительными и переназначат. Я думаю, мы постараемся снова выдвинуться. Не думаю, что они рискнут нас снова убрать. Почему вы не удовлетворены политической обстановкой в регионе? Кто виноват? Из-за чего это все? Ну, виновата не только сегодняшняя власть. Виновата, наверное, прежде всего и мы с вами все виноваты. То, что мы на протяжении многих лет позволяли творить с нами, то, что творила власть на протяжении до 20 лет. К нам приходили разные люди, приходили Хлопонин, Кузнецов, Толоконский. Но они все делали то, что хотели с нами. Прежде всего, вот посмотрите, если говорить о промышленной финансовой группе, это ставленники, прежде всего, промышленной финансовой группы, которые до сегодняшнего дня управляют Красноярским краем. И все губернаторы, которые приходили, они прежде всего сдували пылинки со своих предприятий, со своих именно, можно так сказать, финансовых потоков. Они все делали для того, если вы посмотрите, из ничего в Красноярском крае создался государственный долг, 100 миллиардов. Ну где такое видно? И где такое видно, мы должны увидеть, просто выйти на улицу, независимо Красноярск, это Ачинск, Назарово, Лессибирск, Канск, выйти, вот эти города, не буду брать районы, села, деревни. Посмотрите, как люди живут. Люди не живут, люди выживают. И посмотрите, как в богатейшей территории, что с ней сотворили и как. И ни с кого не спросили.
И когда я вспоминаю, как мы управляли алюминиевым заводом, какие платили налоги, какая заработная плата была, многие скажут, вот он про свой алюминиевый завод все вспоминает. Как люди жили, как мы активно участвовали в строительстве города, в строительстве края, в социальных сферах везде. Содержали спорт, все игровые виды основные Красноярска, Федерацию бокса. Участвовали, строили, помогали больницы, школы, во всем мы в этом участвовали. Посмотрите, как к нам отнеслись. Приехали, начали возбуждать уголовные дела по экономическим преступлениям, по тем, по другим, третьим. Я уже тогда стал понимать, что в России, оказывается, делать ничего нельзя. В России только можно грабить, с кем-то определенными людьми делиться, и все остальное делать нельзя. Созидать, здесь очень опасно. Я убежден, что уже половина власти далеки от России. Далеки от государственности, далеки именно от патриотизма к своей родине. Понимаете, все, надо в другой стране европейской, с нас бы пылинки сдували. Пылинки, когда главное краеобразующее предприятие так себя везет на территории. Это вот пример. Анатолий Петрович, но то, что власть оторвана от народа, говорят и последние изменения в социальной политике, изменения в пенсионной реформе. Вся страна сейчас на ушах от того, что подняли пенсионный возраст. И нас убеждают, что мы стали жить дольше, жить лучше, и что благодаря добавленной тысяче люди будут и путешествовать, и лучше жить. Как вы к этому относитесь? Я отрицательно отношусь. Это не так на самом деле. Мы должны прежде всего выйти у людей, спросить, как они живут, какие у них сегодня именно пакеты жизненного уровня, как они сегодня переживают вот эту реформу. Вся страна гудит, как муравьи. Сегодня. И на самом деле я не верил, что Путин пойдет по этому пути. И когда я посмотрел, как он выступил, я вот, знаете, где-то подумал, что это не Путин на самом деле. Вот то, что в интернете ходит, что уже другой Путин и все подменили остальное. Подменили нам президента. Да, потому что я видел того Путина, который говорил против этого. Говорит, никогда я не подпишу это, никогда у нас не будет повышения пенсионного возраста. И все это было. В голове не укладывается, почему не сдержал обещание. Это не обещание, просто... Когда слово. Человек, да, говорит, дает слово, это президент страны и все остальное. А потом идет на поводу у определенных людей, которые ограбили страну и довели до ручки эту страну. И я еще раз вернусь к тому, что у нас в стране есть деньги. Да, ну, как говорится, есть, но не на нашу честь. Просто они не хотят этим заниматься. Я 20 лет назад писал и говорил в письме Путину, что нужно было сделать. Прежде всего, создать офшорные компании, финансовые институты в России. Чем мы хуже Сингапура, чем мы хуже Гонконга, или той же Швейцарии, или то, что делается на Западе. Нужно было создать все условия для того, чтобы граждане нашей страны, олигархи, не боялись, не оглядывались, и хранили, и развивали свой капитал внутри страны. Но для этого нужно было создать эту почву и обезопасить. А у нас, когда вооружили и дали возможность силовикам творить, что хотеть, поэтому все боятся, все вывозят. Поэтому на сегодняшний день каждая то налоговая придет, то силовые структуры придут. С 2000-х, как их приучили участвовать в бизнесе, так они до сегодняшнего дня не участвуют. Они про государственную службу забыли, про свою присягу. Им некогда этим заниматься. Поэтому на сегодняшний день сотнями миллиардов вывозится капитал из России. А если бы эти деньги, я когда еще в 2000 году говорил, что нужно создать условия для этих людей, чтобы они эти богатства приумножали, преувеличивали, но внутри страны, создавали рабочие места, строили новые заводы, новые фабрики, строили новые дороги, пусть даже платные, как в Москве уже некоторые появились, строили новые технологии в здравоохранении, в образовании, во всем, вкладывали деньги, пусть каждый под своим флагом, но это было внутри страны. Я много лет говорил, что без человека труда невозможно построить в нашей стране экономику. А когда у нас вся страна построена на игле, как наркоманы, нефть и газ, и все, от этого ничего мы не видим. Случились санкции, мы увидели, как произошло со всеми теми, кто эти деньги вывозил из страны. И мы увидели, как западные службы и все остальные, как начали активно работать в санкциях против нашего капитала. Анатолий Петрович, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим. Мы возвращаемся в студию программы 5 на 5. У нас в гостях красноярский политик Анатолий Петрович Быков. Анатолий Петрович,
Бизнесу уже поставлен приговор. Сколько уже притч во языцах, когда открывается предприятие, только встает на ноги, приходят силовики, как рейдеры все отнимают себе. Сегодня государство – главный рэкетир. Сегодня люди, которые работают всю жизнь, говорят, меня хотят старости обокрасть. Мне говорят, что я в 65 лет только выйду на пенсию. Это при том, что средняя продолжительность жизни в Сибири 63 года. То есть я не доживу до пенсии. Уважаемый работодатель! Не надо отдавать мои пенсионные накопления государству, отдать их мне. И это сейчас просто кричат все вокруг. Путь в никуда для государства. Знаете, парадокс-то в другом. Вот если мы выбираем, это говорится о том, что у нас нет выборов. Мы не выбирали этих депутатов. Они сами себе написали эти голоса, эти цифры, эти проценты. Поэтому если бы народ выбирал бы их, то они бы никогда бы не пошли на это. Я не представляю, как, если мне избиратели мои дают мне власть, и я их потом за это бью их в спину. Такой удар. Принимаю пенсионную реформу, не спрося их. Не провести диалог, встречи, там, обсудить каждый в своем округе, например. И увидеть обстановку, как поддержат, не поддержат. Они взяли в тупую и проголосовали. Депутаты Госдумы, большинство. Большинство – партия. Это партия «Единая Россия», которая разрушает наше государство. А почему местные единороссы поддержали федералов? Почему? Потому что у них дисциплина партийная. Как говорится, вертикаль у них власти. Ну а как в глаза избирателям-то теперь смотреть? А я не знаю, как они будут смотреть. Поэтому их сегодня считают партию жуликов и воров. По-другому, кто, у кого не спроси, все плюются. Посмотрите, что, какие плакаты пишут, посмотрите, что в интернете пишут про них. При таком негативном отношении это партия победителей. Всегда. Она не победила. Она никогда не побеждала, я убежден. Да. Но циферки-то показывают, что цифры-то побеждают. Циферки показывают, потому что мы их побеждали много раз. В честной борьбе они не могут победить. Для вас, как для политика, одного из самых влиятельных в Красноярске, большое значение имеет отношение с людьми. Недавно вы ездили в Москву на похороны Иосифа Кобзона. Расскажите о том, что он сделал для страны, потому что в том же интернете много и фейков, много негатива. Знаете, я не буду говорить о всей стране, но, во-первых, он народный артист СССР, это раз. Да, для меня это очень так гордо, что у меня судьба дала возможность соприкоснуться с ним. Вы знали его лично? Да, лично. Я дружил с его семьей, с ним, да, и более 20 лет. И я могу сказать, что три мероприятия, которые мы с ним провели в городе Красноярске, уже когда Иосиф Давыдович болел, несмотря ни на что, он бросал и приезжал в город Красноярск на День Победы, устраивал концерты. Да. И для меня это очень дорого стоило всегда. Я имею в виду, дорогого стоило, не финансов. Я имею в виду его поступок. Я знал, что он болен. И когда у меня Нелли Михайловна мне говорила, Толя, ну 5 часов лететь, ну туда-сюда. Я ее уговаривал, я говорю, не переживай, я буду рядом, мы все постараемся сделать так, как бы это. И он приезжал, и многие красноярцы, и вы в том числе, видели, как он себя вел на сцене. Да, он, несмотря ни на что, он старался посещать и горячие точки, и начиная еще в советское время с Афганистана, Сирии, Донбасса, все уголки. Он избирался депутатом в Улан-Удэ, там округ, Агинский округ, где он был депутатом. И при том, что у нас еще есть связь, то что он в юности занимался боксом. Да, в честь него проходил турнир в этом округе. И я вам хочу сказать, что этот человек все-таки... Я посмотрел на людей, на похороны, которые пришли. Он многогранный. Я у него был и на юбилеях, на свадьбах был. И видел, с ним дружила вся Москва. Независимо. Учителя, врачи, вот именно старой формации люди. Вот я посмотрел на похороны, приехали с разных уголков нашей планеты люди. Разных конфессий, разных национальностей, разных положений. Да. И даже пришел наш президент, пришел наш премьер. Я посмотрел со стороны, как они себя чувствовали. Они такие же, сразу я увидел, они такие же простые люди оказались, как все те, которые шли. Мы, оказывается, на эту землю приходим голые, голые уходим. И мне очень так запомнились слова его дочери на поминках, на поминальном обеде, где она сказала, что папа сегодня
исполнил последний концерт, самый яркий. И в действительности так. Пришли люди, был весь депутатский корпус, были и коммунисты, и ЛДПРовцы, и «Единая Россия», и просто депутаты пришли с разных политических взглядов. Люди разных вот именно сфер положений пришли и сидели в этом зале и говорили одинаково теплые слова. Ну, говорят о покойниках, плохо не говорят, но говорили только хорошее. В моих глазах он остался именно патриот нашей Родины, да, народный артист СССР и человек, который ходил по земле, никого не боялся и никогда не оглядывался. Вопрос про Красноярск, про край. Понятное дело, что новой команде губернатора предстоит осилить тяжелейшие вызовы. У них нет бюджета развития, у них есть бюджет выживания с госдолгом 100 миллиардов, который надо обслуживать, с дефицитом в 15 миллиардов, с командой, которую нужно создавать, строить. А нет такой... новой команды. Нет. Вы сказали, Дмитрий, что новая команда. Нету новой команды, все те же люди. Усу нельзя назвать новой командой. Он 20 лет второй человек был в крае. Да, и то, что он сегодня стал временно исполняющим обязанности, ну, наверное, он все время к этой цели шел. Да. Ну, я не ожидал, что он таким путем будет идти и придет. Думаю, он придет к этой цели. В конечном итоге, я не думаю, что это будет легитимный губернатор, что это легитимные выборы, прежде всего. И от этого и начнется все его беды. Прежде всего, он отобрал именно возможность у красноярцев проголосовать, у жителей Красноярского края, провести честные выборы. Он наш, он красноярец. Мы все хотели, чтобы наш пришел. Так иногда вот получается, что наши хуже, чем чужие. Да, никто не боялся, не стеснялся. Тогда вот, например, Толоконский пришел, когда ко мне приехал, вот говорит, зачем Серебряков выдвигается? А я ему все объяснил. Я говорю, Виктор Александрович, Серебряков Иван Александрович, молодой политик, говорю, он учится, ну, надо, говорю, кадры готовить. Он говорит, ну, да. И это самое, ну, ладно тогда. Да, и вот он выиграл у него это самое. Чего боялся, например, УС этого? Собрал все эти голоса, все эти подписи, муниципальные фильтры, которые, и опять же, совершили они преступление, зарегистрировали этих двух кандидатов незаконно и все остальное. Фейковых таких, могу сказать, сателлитов, которые никто их не знает и не думает, что кто-то за них будет голосовать. Для чего эти выборы? Для кого? Ну, назначил бы президент его сразу губернатором. Это было бы честнее. Это будет оглушительная победа. Было бы справедливее. И вообще, ему надо было идти, как независимому уж на то пошло. И прежде всего, нужно было бы извиниться перед жителями Красноярского края, что в действительности мы довели самую богатую территорию до ручки. И сказать, давайте все вместе исправим эту ошибку. Вот что он должен был сделать. Пригласить всех. Всех, не там где-то под столом манить, коммунистов там покупать или еще у кого-то, чтобы там ни в коем случае вы там с Быковым не подписываете туда-сюда. Они нас боятся как огня. И поэтому всякими ходами всю прокуратуру настроили со всеми нашими краевыми судами, втянули в выборное право. У нас выбирают сегодня краевой суд и прокуроры. Все, а это не выборы. Никто их не признает. Вот даже если какие-то международные наблюдатели приедут, и они 100% не признают эти выборы. Мы всю жизнь честно, принципиально всегда участвуем. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим. На плакатах, оплаченных со счета кандидата в губернаторы УСА, нет символики «Единой России». Он что, стесняется, стыдится? Пытается отдалиться, дистанцироваться от партии, которая его выдвинула. Уже не получится. Все прекрасно знают, кто и что. Но вот эта попытка дистанцироваться, прибавит ли УСУ самостоятельности, когда он будет работать губернатором? А ему что на сегодняшний день терять? Он уже и в возрасте определенном. Я думаю, ему нужно на самом деле сегодня суметь консолидировать людей. Но я думаю, что ему не дано это. Он бы уже их консолидировал, да, перед выборами. А уже после выборов останется осадок у всех. И это будет неискренность, это будет снова игра какая-то такая. Знаете, она никому ничего, никаких результатов не принесет. И те люди, которые его окружают, он с ними не сможет ничего сделать. Петр Петрович, задам вам достаточно неожиданный вопрос. Какие у вас личные политические планы? Мы с вами неоднократно обсуждали в интервью, и было заметно, что у вас появились амбиции руководить регионом.
реализоваться как политик краевого масштаба, чтобы дали полномочия, дали рычаг, чтобы сдвинуть Дим, я точки. Честно тебе скажу, я никогда к этой должности не рвался и всегда говорил, вот, что я готов всегда помогать. Я ни одному губернатору не отказывал. Всегда со всеми имел разговор. Я говорю, будете служить краю, я вам буду безвозмездно помогать. Мне ничего не надо, у меня все есть. Я занимаюсь своим делом, развитием детского спорта, все остальное. Это у меня очень хорошо получается. У нас Трудовая доблесть России, общественная организация с ветеранами, мы занимаемся, учителя. Мы занимаемся своим делом. Но я вижу, что они не знают, что делать. Но я вижу, я живу здесь. Или надо собирать вещи и уезжать отсюда, потому что только будет усугубляться и ухудшаться ситуация. А я все-таки, ну, хочется жить в нормальных условиях. Я уже тоже не мальчик бегать здесь, а разбираться со всеми во всех этих делах. Я думал, что кто-то увидит, услышит. Но они принципиально боятся таких, как я. А боятся, знаешь, почему? Что такой, как Быков, придет и заставит Родину любить. С Быковым невозможно воровать, Быкова невозможно запугать, Быкова невозможно обмануть. Ну, Быкова можно предать, но предать не Быкова, они предают себя. Где они все? Где они все? Предатели? Все эти предатели. И то, что на сегодняшний день происходит, а я всю жизнь живу в Красноярске, всю жизнь служил своему народу, своей земле, потому что я люблю свой край. И никто, ни один человек, не только в Красноярском крае, а вообще на постсоветском пространстве и дальше – может сказать, что я где-то поступил некрасиво, кого-то предал, где-то отступил от своей позиции. Я всегда был открыт к диалогу со всеми, кто бы это ни был. И на сегодняшний день я горжусь каждый день, и каждое утро, и каждый вечер говорю Господу спасибо, что Он меня вооружил друзьями, прежде всего, разных национальностей, разных вероисповеданий, с которыми я близко дружу. Я живу в душе в Советском Союзе, и я не потерял тот союз, которые потеряли политики. Я дружу, я в любую постсоветскую республику приезжаю, меня встречают как дорогого гостя. И провожают так же. Это дорого стоит. Я готов продолжать дальше делать то, что я умею, то, что я знаю, как это делать. Делать хорошо, а не плохо. Так меня научили с детства. Мы на протяжении 20 с лишним лет показываем всем, как нужно развивать спорт, как нужно заниматься культурными, творческими мероприятиями. Кто лучше нас сделал? Кто-нибудь. У нас 5-7 человек это организовывают, такие мероприятия на 8 марта, на День Победы и все остальное. А у них по 100 человек этим занимаются. И денег столько тратят и все остальное. Я вот, например, они же ни одно мероприятие не привели, чтобы привезли такого народного артиста, чтобы он у них провел там все 5 мая, да, совершенно марта. Верно. Мы собирали по 5000 людей со всего Красноярского края, привозили, прежде всего, детей войны. Раньше еще были ветераны войны, привозили. Они вживую смотрели на того же Кобзона, на того же Лещенко. И говорили, вот сколько у нас, Малинин приезжал, потом маршал Александр, который на самом деле, я вот хочу сказать, и я понял, я даже вот сейчас на памятном обеде сказал, знаете, почему Кобзона в Америку не пускали? Потому что в его словах, в его песнях была такая идеология, которая консолидировала народы, которые они боялись, пугались. И он ее нес по жизни. Именно эту энергию, идеологию нашу, которой нам на сегодняшний день не хватает. Это программа «5 на 5» на телеканале «Центр Красноярск». Я журналист Дмитрий Полушин. Благодарю за интервью красноярского политика Анатолия Петровича Быкова. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. До свидания.